А в музыкально-драматическом театре имени Магара дети получили в подарок самую новогоднюю сказку «Щелкунчик». На премьере побывала наша съемочная группа. Веселое представление у елки для маленьких театралов – это только начало праздника. Главные герои интермедии, конечно, Дед Мороз и Снегурочка, без которых ни огней зажечь, ни подарки получить. В этом году к традиционным сказочным персонажам добавился кот, как символ наступающего года. Он хоть и пришел с японского календаря, одежду носит традиционную, украинскую. Еще одна традиция, без которой трудно представить Новый год – сказка «Щелкунчик». Новый спектакль и назвали, соответственно, «Новогодняя тайна Щелкунчика». В театре имени Магара представили сказку Гофмана, послужившую основой для знаменитого балета Чайковского. Сказка о благородстве, доброте и отваге. Но в первую очередь о любви, говорит режиссер-постановщик Олеся Плохоткина. Она выходит, приходит до нас сказки, и тогда, если мы верим в эту сказку, мы вкладываем в нее свои життя, и сказка остается с нами. Современным детям надо рассказывать именно такие истории, считают в театре. Діти дещо стають агресивними в нашому світі. І тому хочеться цією казкою показати, що агресія – це зайве. Треба мати добре, щире серце і тільки з любов'ю жити, починати своє життя треба тільки з любов'ю. Познакомиться с тайной Щелкунчика ребята могут в праздничные дни на каникулах, а взрослым зрителям в театре имени Магара приготовили в подарок праздничный концерт «Новогоднее настроение».